срочно, самые хитрые игроки уже получили уникальный подарок от ВГ. А вы еще нет? Хотите? Тогда смотрите этот ролик, сейчас все вам расскажу. С вами Бомбилка, а также нас еще ждет бомбическое сражение, которая заставит вашу челюсть отвиснуть уже спустя минуту после его начала. Минуту, там произойдет кое-что уникальное, а в конце просто настоящие сюрпризы, в середине сюрпризы, в конце. В общем, крутой видос. Погнали, мужики! Огонь! Скидка на водки.ру. Доставай самые крутые премиум-танки или 100 тысяч золота всего за 119 рублей. Стань счастливчиком дня и получи 5000 золота бесплатно. Ссылка в описании. Привет, ребята, с вами Бомбилка, и сегодня у нас специальная информация. Некоторые танкисты получили уже специальный подарок от Wargaming. И если вы хотите его тоже получить и не знаете просто как, тогда смотрите наш сегодняшний ролик от начала до конца. Ну, я расскажу все дальше. Ну а пока на ваших экранах появляется победитель нашего ежедневного розыгрыша голды. Вот его позитивный комментарий с игровым ником. И вот наш чек об оплате. А в этом видео тебя, да, именно тебя, любого зрителя, вот тот, кто смотрит этот ролик, ждет уникальная халява от Бомбилки. И дальше я расскажу, какая халява от ВГ и как ее получить. Ну а перед этим давайте пару слов про сражение, которое нас ждет дальше. Это уникальный бой на Матильде. Чтобы его достать, мне пришлось реально окунуться даже в старые патчи, жестко поковать, потому что, как ни странно, в патче 1.2 не очень много эпичных боев случается. А в старых патчах я нахожу иногда такие сражения, и потом думаю, почему я это не заметил раньше. Но учитывая, какой объем сражений происходит в нашей игре, конечно, это неудивительно. Но вот этот бой на Матильде уже к концу просто заставит вас содрогнуться. Уже спустя вот сейчас уже, даже я всегда говорю спустя несколько минут, но сейчас уже счет 3-7. Уже все наши союзники потихоньку сливаются. Мы уже в городе, в полном одиночестве. Посмотрите сейчас на мини-карту. В окружении кучи вражеских танков. Обязательно поэтому смотрите до конца. Ну а пока давайте я расскажу вам про первую халяву. Как получить от Бомбилки вам, от меня, подгон халяву в нашей игре сегодня. Прямо в этом видео. Вам нужно подписаться на канал, поставить лайк этому ролику, нажать на колокольчик, а также оставить позитивный комментарий с вашим игровым ником. Эти простые действия дадут вам возможность получить уникальные призы от Бомбилки от меня в этом видео. Лайк, подписка, колокольчик. Вы можете выиграть голду, премиум танк и премиум аккаунт. И либо все это вместе. В этом видео будет уникальный приз, уникальный подгон для танкистов от меня, вам обязательно понравится. Ну а теперь давайте, собственно, едем дальше. Немножко еще пару слов по этому бою. Вот почему я взял его. Меня часто вы спрашиваете в комментариях, почему ты берешь этот бой, а не другой. Посмотрите, что здесь случилось. Мне не нужно было долго затягивать. Прошло 3 минуты видео, и становится уже интересно смотреть. Потому что, ну представьте, эта ситуация на грани с невозможным, блин. 3 танка союзных, уже два. Матильда наша и арта Бежгана остаются против 7 врагов, ребят. И сейчас добьют Бежгана. У нас 66 хп. Реально 66 хп. И сейчас вся вражеская команда будет упарываться на нашего парня. Разве это не тот бой, который именно стоит посмотреть, от которого захватывает дух? На нас уже выезжает Мардер 2. Сейчас будет еще одна ЛТшка обходить. Ох, как легко добираем Мардера 2. Господи боже мой, просто на раз-два. Выезжает А20 тоже, я не понимаю, почему они его не пробивают. Казалось бы, буквально только что его прошибал этот А20 или кто там. В общем, Мардер 2 даже больше. Поехал. Ну вот этот пулеметчик, это, конечно, просто подарок.
бояться. Я-я-я-я-я-я-я, сзади Штёрт, четвертый уровень сейчас пробьет. Я не понимаю, почему в задницу нас не пробивает Штёрт. Немножко там, конечно, ему мешает трупик А20 или Т20 кого? Боже правый, да. Давай, давай, давай. Это Т28 был или А20? Чей трупик? Я так и не понял. Ладно, неважно, Штёрт впереди. Объезжаем через домик Штёрта. Сейчас будет... Ой-ой-ой, сейчас Штёрт на нас поедет. Твою дивизию. Посмотрите, ради чего я взял этот бой. Вот эти секунды... Представьте себя на месте нашего героя. Что бы вы делали? Что бы вы делали, когда еще Су-26 реально кидает по нам дамаг? Это сейчас повезло, что всего на 6 хп. Когда идет захват базы, когда вы в одиночку против 4 танков, 3 из которых это артоводы. Артоводы могут пробивать вообще несмотря ни на все, ни на что. А 60 хп им снять просто легко. И Штёрт может пробить еще. Пытаемся объехать. Штёрт вроде бы на захвате был. Бежган сзади. Твою мать. Бежган очень-очень сильное орудие. Начинаем пробивать. Бежган не попадает. Отъезжает назад. Спрятался. Коричневый негодяй, ребята. 5 минут прошло. 6 минут прошло. Су-26 сейчас по нам пытается работать, но что бы я сейчас посоветовал бы делать ему и вам делать в такой ситуации, когда против вас один светляк и много артоводов? Найдите место, где вы будете недоступны для артоводов. Это ему сейчас везет просто, потому что он на Матильде с относительно неплохой броней добираем М5А1 Штёрта. Твою мать. Твою налево. Это сейчас ему везет, но вам бы в этой ситуации могло тупо не повезти. Лучше бы, конечно, заехать в город, спрятаться там, либо спрятаться за каким-то домиком. Но выбрать позицию так, чтобы вражеская команда хотя бы от арты бы были закрыты. Чтобы от вражеской арты вы хотя бы были закрыты. Я уже не говорю про этого светляка. Но хотя бы от арты. Захват нашей базы начинается. Нигода себе, как обнаглели эти Су-26, я просто иногда бомбит. Выезжает на нас Су-26, сейчас будет подтягиваться, ну и подходит конец боя. Не конец, еще время есть, но мне стоит уже, наверное, рассказать про халяву от ВГ, которому посвящено название видео. В общем, ребята, некоторые игроки получили реально подарок от ВГ. И это скидка 50% в премиум-магазине. Специальное предложение со скидкой 50%. И это реально достойно купить премтан со скидкой 50%. Ну, это очень ощутимо, там платить 2000 рублей или 1000. Разница есть, она ощутима. И я удивился, если честно, когда увидел такую огромную скидку и... Кто прислал мне эту скидку? А мне часто вы зрители, мне часто пишете в личку ВКонтакте всякие новости. Практически все новости, которые в нашей игре происходят, мне один человек пишет практически вот все. Я ему за это благодарен, и всем, кто пишет, благодарен тоже. И мне прислал парень данный скриншот. Он получил скидку 50%. И тут такой вопрос, почему именно он ее получил? Вот у меня, кстати, совет для вас, как эту скидку получить, как этот подарок получить. Вам нужно зайти в игру и сыграть один бой. Но, кроме этого, это не гарантированно, что вы еще получите. Я сказал, некоторые игроки, уникальные счастливчики, эти хитрые ребята получили реально подарок от ВГ. И как получить подарок от ВГ? Пока точной информации нету, но мне этот парень написал, что у него было больше 10 тысяч боев на аккаунте, и в последнее время он купил 2 премтанка. Он задонатил на общую сумму больше 5000 рублей в игру. И возможно это связано как-то с тем, что он уже донатил, пока не знаю. Но в то же время один из игроков, один из моих, так сказать, друзей получил тоже скидку. У него был, это вообще твинг, новый аккаунт. У него не было даже 10 тысяч боев.
И в итоге он получил тоже скидку 50%, но он донатил тоже около 4000 рублей на этот аккаунт. В общем, вот такая вот информация. Два парня, две абсолютно разных ситуации. Но еще некоторые игроки получают скидку 30%. Либо 50, либо 30. По-моему, 50 выдается новым аккаунтам, которые донатили. Но это, по крайней мере, несколько таких совпадений уже было. Новые аккаунты, которые донатили, получают скидку в 50%. Но нужно зайти в игру и сыграть один бой. Эту скидку начали выдавать буквально сегодня, вчера-сегодня. Поэтому, если вы еще не получили, зайдите в игру, сыграйте один бой, посмотрите, может быть, вам начислится. Я сыграл, мне не дали нифига. Хотя я хоть и давно, но раньше донатил очень много. У меня куча прям танков, ну, в общем, вы поняли. Но перед вами итоги боя на Матильде. Согласитесь, просто потрясное сражение мы сейчас с вами видели. Ну и халява от ВГ для хитрецов, для уникальных танкистов. И, собственно, узнайте, зайдя в рандом и сыграя один бой, будет ли это халява для вас. Ну а с вами был ваш Бомбилка. Я напоминаю, что в этом видео вы также можете выиграть премиум танк, голду, премиум аккаунт и другие призы от меня. Для этого поставьте лайк, подпишитесь на канал, прожмите колокольчик. И все. И оставьте позитивный комментарий с вашим игровым ником. Всем желаю удачи, увидимся. Пока-пока, мужики!